Новое горе в семье Агутина. Скончался его маленький племянник. Еще несколько дней назад вся страна сочувствовала супруге певца Анжелики Варум в связи со смертью отца, композитора Юрия Варума. Ему было только 65 лет. И вот теперь новое несчастье пришло в семью Агутиных. Сестра исполнителя потеряла сына. Малышу не было и 2 лет. Маленький Матвей Агутин скончался от врожденного заболевания. Этой болезнью Леонид Агутин поделился с друзьями и поклонниками в своем инстаграме. 9 лет прошло, как умер Матвейчик, маленький сынок моей сестры, по папе. На отпевании перед захоронением батюшка сказал нам, что все люди, которые родились на свет Божий, живут вечно, лишь на земле пробыть каждому отведен разный срок. Оно может и так, но почему-то не успокаивает. Я поймал себя на мысли, что никогда еще не видел такой маленький гробик, а в нем такого маленького человека. У него был врожденный порок сердца. Общими усилиями навалились, подлатали парня. И вот все уже неплохо. Ему бы жить да жить, но обычная простуда, осложнение. И в 2 дня мальчишки не стало. Мамино горе словами не описать. Но она у нас молодец, держится. Просто ее ангел слишком рано покинул свое временное пристанище. Пишет Леонид Агутин и публикует стихотворные строки, навеянные этим горьким событием.